Ты, я, он, она, они. Те и эти враги. Кто ушел, кто-то выжил. А кто-то погиб. Кто предатель, кто жертва? Макгрегор, Хабиб. Тот герой, тот палач, тот писатель или циркач. Мафиози или поэт, форм и принципов нет. Психи, гении, бомжики, Гитлер, Толстой, Мау, Раскольников, Сталин, Бенито и Цой, мексиканцы и венки, тунгус и калмык, тот, кто Бога узрел и постиг, и проник. Или тот, кто не может два слова связать, потому что угодно даже к слову сказать, просто вымолвить слово ему не дано. Он уже опустился на самое дно. Или все то, что нужно, он уже сказал. И молчание обет самому себе дал. Да и где это дно? Или в небо полет, где тебя не достанет лихой самолет. Ни ракета, ни мысль, тот и этот предел, не нащупать его даже если хотел. Человек беспринципнее форм бытия. Форма зло. Здесь у каждого форма своя. Как по матрице льешь ты подобие свое. А оно ни в тебя, ни в меня, ё-моё. Человек, человек, человеку вовек не понять ни себя, ни минувший свой век. Оглянувшись назад, видишь сцены боев, видишь сцены любви, видишь только свое. И свое не понять, даже то, что объять. Как казалось бы, можно на этом стоять. Сам себе пьедестал, указывающий перст, чтоб идти, куда знал. Только жизнь — это квест. И ты в буйном своем колдовском кураже нереальное что-то затеял уже и спустил по этапу посредством души незадачу в себе человека и жить того самого, что и палач-герой, азиат черный, белый, дрянной и смурной, и сельчак-балагур, и философ-мудрец. И кто ж ушел из всех, то есть ты молодец. Кем же будешь тогда? Уже не человек, время даже и то остановит свой век.